Да, не вот так. А добрый день, здравствуйте, уважаемые блогеры. Ну вот сегодня на Перми, первой в Перми открылась выставка Сочи 2014, запрещенная властями. И тут были пара обращений, в том числе от Пермской организации КПРФ, с просьбой убрать Гельмана и так далее. Но вот я член КПРФ, я считаю, что совершенно это глупое обращение. Почему? Потому что сегодня протест нужен в любой форме, да, в том числе и в форме, так сказать, такого радикального искусства. Вот это направление развивает Марат Александрович Гельман. Да? Оно сложное, противоречивое, не всем понятное и так далее. Но сегодня нужен стране протест, потому что очевидно, что власть и режим ведут страну в абсолютный тупик. И поэтому мне кажется, что, так сказать, подобное обращение совершенно неуместное и преждевременное. Враг моего врага всегда был моим другом. То есть в данной ситуации протест, в том числе и в формах радикального искусства, он должен быть поощряться и, по крайней мере, так сказать, приниматься как одна из форм протеста. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.